Начальник, вы сумасшедший или что? Бегите, бегите за... Тупой Эдуард, я видел у вас... Начальник, бегите за карточкой. Совсем идиот. Ладно, говорю, возьми карточку. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Евгением мы будем продолжать нашу рубрику «Детективы в Майнкрафте». С Евгением, так как официально. Ребята, большое спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией детективов. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Да, поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас, если хотите больше серий. Чем больше лайков сможешь сейчас набрать, уйди оттуда, не следуй за день. Чем больше лайков сможешь набрать, тем больше серий будет выходить. Евгений. Ты, конечно, красавец, я не могу просто. А зачем ты меня так одел? У меня такой вопрос, а? Я тебя так не одевал, ты сам так оделся, Эдисон. А, не, наконец-то у меня скин поменялся, Жек, я всегда голеньким тут ходил. Ну ладно, все, давай. До свидания. Давай, пока там, до свидания, давай. В принципе, ребята, что я построил в этой серии? Кем у нас Жека будет в этой серии? Он будет фермером. Фермер, который добывает, в принципе, огромную кучу еды, выращивает пшеницу, разводит свиней, коров, куриц, собирает яйца с куриц. Короче, у него еды завались, но он же на диете. А почему-то еда его всегда пропадает. Почему, если он ничего не жрет? Это, ребята, мы выясним в этой серии, да? Поэтому, ребята, сначала мы пойдем к Жеке. Я посмотрю, что он там построил, а потом вернемся ко мне. Ребят, не забывайте про лайки, как я уже сказал. Лайки это очень важно, поэтому, ребята, давайте потопали к Жеке и вернемся сюда сразу же. Ну что, Эдисон? Ну шо? Заходи на мою карту, заходи. Да, могу заходить, да? Эдисон, сегодня... Да. Ты будешь играть у нас такого гламурного мальчика, такого гламурного... Такое, да? Да, такой, вживайся в роль, ты, короче, у нас, не знаю, ты модель... А, то есть, давай, я модель, я стилист, я... Стилист, да, ты парикмахер, короче, я парикмахер. Самая крутая девочка на этом районе. Нет, стоп. В смысле девочка? Ты не девочка. Алло. Почему вы нас модели называете девочками? Я не девочка. Всё, Эдисон, начинаем. Ой, надо ногтики накрасить. Да кто там пришел? Шариф пришел. Мы его вызывали тут, вызывали. Кто? Кто пришел? А ну открывайте. Не открывает. Дверь мне откройте, твою мать. Алло, что за хулиган? Я открыл дверь, никого тут нету. Что такое влам уже, я не понял. Дверь открой. Что за придурок, шериф? Тут какую пицца, дверь? Никого дверь тут... Вот... Открой! Вот сейчас я выломаю. О, никого тут во дворе нет. Какой ты тупой у нас, шериф на районе? Ну, открывай дверь, тупица! Хорошо. Ой, шериф, какой вы некрасивый. Что вам надо тут, шериф? Ты совсем из ума выжил, чувак, ты мужчина, ты в армии вообще служил, ты, а? Служил, но я модель, парикмахер, вот прическу сейчас вам сделаю, ой вот сзади, ой за... Я тут понаехал, ой. Кого? Ой. Фу, материться, я не хочу с таким дружить, не-не-не. Где солдат? Короче, мне тут сообщили, что ты, как тебя зовут? Эдик. Что вы, Эдуард? Ведете нетрадиционную сексуальную ориентацию жизни, это правда? Нет, я модель, но я люблю девочек, шериф. Так, хорошо, ладно, выходите на улицу, будем вас осматривать, потому что в нашей стране запрещены однополые браки. Да, и я это знаю. Я всю эту пидорасню посажу за решетку. Хорошо. Так, что это у вас такое? Почему у вас деревья розовые? В смысле? Потому что я стилист, я люблю, когда все розовое. Понятно. А это что за озеро? О, в смысле, ручеёк. То есть покупаться, да, можно? Да, можете покупаться. То есть вы меня убить захотели? Нет! Сами искупаетесь, не хотите? Нет, я купаюсь по 3 раза в день. Я только что с душа вылез. Так что все нормально, шериф. То есть это покушение на шерифа. Шериф, давайте договоримся. Бесплатный маникюр. За мой счет. Я тебе сейчас такой маникюр на твоем зеленом писюне сделаю. Ногой пробью.
Какой зеленый писюня? Нет, нет никакого зеленого писюня, шериф! Ой, голышок тут ходит, что-то показывает ему свои принадлежности. Ладно, ладно. Ладно. Ладно, зайдем. Походите, походите, шериф. Допустим, на меня не покушались, допустим. Может, чайчик с молочком или... Ну я точно отсюда пидорасню посажу, точно. Точно? А может, хватит материться, шериф? Я не матерюсь. У меня тут просто рядом дети живут, поэтому... Писька-отрезатель. То есть письки себе отрезаем. Письки себе отрезаем, ясно. Нет. То есть это у вас так теперь называется, да, у этих вот... Нет, вот, это ножницы по-английски. Я ж стилист. Письку отрезать. Я знаю, что ножницы по-английски будет кнайф. Кнайф это нож. Ну. Ну. Я сказал ножницы, а не нож. А почему у ножниц только одно лезвие? Потому что они раскрываются, как бы, там два лезвия. Давай, раскрой. Как я тебе раскрою? Майнкрафт, твою мать! Ты что, Евгений, вообще с ума сошел? Короче, писька-отрезатель, понятно. То есть письки себе отрезаем. Не-не-не, Евгений, все не так. Какой тебе Евгений? Для тебя шериф... Шериф Юджин. Юджин, хорошо. Хорошо. Я вас понял. В туалет можно, да, пройти? Конечно, можно, идите, справляйтесь. Так, да, сейчас быстренько. Так, ладно, заходите. Эдик, господи, Эдуард. Прокладка! Ну, это мои... Нет, шериф, подождите, я же... Понятно, то есть вы пользуетесь прокладками, я правильно понимаю? Нет, вот я... Вот, смотрите, вот видите, тут... Тампонами, да? Да, вот смотрите, вот тут прокладка, тут тампон. Я вам докажу то, что я не голубизна, потому что я живу тут со своей девушкой, которая в данный момент работает. Вот ее прокладка, вот ее тампон. Хорошо, а где там ваши принадлежности? То есть там, не знаю, вы же там бороду, да, бреете, там, не знаю, где пена для бритья, там вот. Не, у меня с детства бороды. Бритва для ног! Ну, моей девушки. Она же что хочет быть? Почему у вас ноги бриты? Я смотрю, у вас ни одной волосинки на ногах нету. Шериф, я не знаю, что вы курили, но я в штанах и в рубашке. У вас нету штанов и рубашки. Шериф, я в штанах, кедах и рубашке. Эдуард, вы можете, пожалуйста, прописать вот такую вот команду, пожалуйста, на 2 секундочки? Шериф, пожалуйста. что за развод? Это очень полезная команда, пожалуйста. Это для протокола нужно. Молодец. Хорошо. Так, а теперь вы тоже, да, в рубашке? Шериф? Что? Я в рубашке? А что со мной произошло? Алло, шериф! Что за магия вне Хогвартса? Теперь вы у меня, да, надели рубашку и штанишки. Ладно, понятно. Сейчас я в себя голый. То есть по-быстренькому сбегали и надели, да, рубашку и штанишки? Да, для себя разделся, шериф. Я понял. Вы просто вот наркоманский, вы тут дома, там странные вещи происходят. Магия, ладно. Ладно, так, это что такое? Шериф, пошли на второй этаж. Это что такое? Что у вас тут за такой подвал? У меня сегодня выходной, я там в основном делаю прически, маникюрчики и вот эту всю фигню. Я понял, там пидорасня понаехала. Ладно, понятно. Ага, женские вещи. Да, моей девушки. И вот мой шарфик. И почему-то не видишь... Как вашу девушку зовут, ну-ка? Маруся. Как? Маруся. Маруся, значит. И где ваша Маруся, ну-ка рассказывайте. Работает. Понятно, то есть вообще-то не существует, я понял. Ну, как так. Знать, как знать. Розовая кроватка. Ну, понятно, потому что... Понятно. Моя девушка любит все розовое. Да, девочка, я понял. Как вот такого пидорасти может быть девочка, конечно, я в шоке. Хорошо. Так, юбочки тут у вас... Отрезанный писюн. Что это такое? Чей это писюн? Я просто долгое время не удовлетворяю свою девушку, поэтому... И она отрезала тебе. Нет, она купила на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе. Это настоящий писюн. Это настоящий, какой настоящий. Настоящий. Разве что в писюн ифрита или что? Нет, это моей девушки. Она балуется такими вещами. Уберите от меня это, заберите. Уберите сами, это не мое, начальник. Да, конечно. Начальник, я таким не балуюсь. А это вот что такая вот за карточка тут лежит? Это с вашего секретного места, да? Держите, нет, юбочка, держите. К вашему костюмчику подойдет, мне кажется, начальник. Я тебе сейчас настучу! Ну ладно, сейчас, начальник, успокойтесь. Так, ну ладно, что ж, пройдемте ваш тогда в этот вот ваш подвальчик, да, посмотрим. Начальник, может не надо? Может все же пину коладу выпьем на кухне? Я тебе сейчас такую пину коладу. Или мохито, начальник.
О, сейчас я из тебя такое мохито сделаю, сейчас я в центр тебя засуну, твою бошку тупую. У меня начальник, не надо, не надо. Ну ладно, проходите, проходите. Там ничего нету! Начальник, 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 сейчас моя девушка вернется, можете уйти, пожалуйста? Начальник. Я тебе сейчас дам, девушка вернется, давай быстро проходи. Куда быстро? Начальник, у вас ордер вообще есть? А ну покажите. Ордер. И почему вы вообще ко мне в дом пришли? Вот мой ордер. И вот, вот мой ордер. Все, пропускай меня. Да, да, проходите, начальник, проходите. С писюном в руке идет со своим же ой, отрезанным. Фу, это не... Понятно, со своим же отрезанным писюном. Вот мой, вы видите, вот смотрите, вот на мой, вот он. Я, конечно, понял, вы просто трансвестит, правильно? Нет, начальник, у меня же есть девушка, какой трансвестит? Да, 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 открывайся, посмотрим, какая у вас там девушка. Да нет, у вас в подвале, наверное, девушка мертвая, да, лежит? Нет, начальник, да нет у меня карточки. Ну давай, давай, карточки. Нет у меня карточки. Начальник, вы сумасшедшие, или что, бегите за... Бегите за... Тупой Эдуард, я видел у вас... Начальник, бегите за карточкой. Совсем идиот. Ладно, говорю, возьми карточку. Так, карточка у меня. Я открываю вашу дверь. Пойдемте, начальник, проходите. Так, начальник, да? Что вы молчите, начальник, не пугайте меня. Ибрагима и Стефания. Да. Мужики в юбочках и с грудью. Что? У этого вообще сопля на груди. Где? Это слюники. Он, ну, сопля, но он... Это что ты ржешь? Все. Ну. Так, Эдуард! Я серьезно! Что вы не будете? Я серьезно! Иди ты в жопу, короче, ты арестованный! Это за что? Все, хватит, пожалуйста! Все, иди ты нахрен! Тут просто ты вот это... Плохой из тебя, Эдик! Я тебе не могу! Заканчиваем запись, заканчиваем! Все, не снимайте, уберите камеру! Уберите камеру, не дам! Ну что, Евгений? Вы готовы, нет? Да, я готов, я готов! Проходите, проходите внутрь. О, только давай без этих, без смехуёчек, да, да, давай. Да, смехуёчек, да. Давай, заходи, так, заходи, давай. Евгений, да. В этой серии ты будешь фермером, ну, который выращивает еду, который там содержит всяких овечек, свинюшек и вот это все. Короче, настоящий сельский фермер, да? Только ты добываешь кучу еды, ну, потому что ты фермер, да, там выращиваешь пшеницу. Только ты фермер на диете, который ни хрена не хавает, понимаешь? Ты следишь за своей фигурой. Типа я дрыгь, да? Да, ну как в жизни, да. Ну, короче, играй сам себя. Ну, да, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Всё. Тихо там. Открывайте! Евгений! Вы дома? Ой! Открывайте дверь! Мне тяжело ходить. Я не ел уже 3 суток. Вам надо. Ой, господи, помилуй. Нет, убегите от меня. Я так тихо гостей не люблю. Евгений, Евгений, тихо. Тут, короче, у нас в деревне. Маньяк завелся, который похищает людей, который убивает, который много всего делает. Ну это не я! Я не сомневаюсь. Вы обратились не по адресу, зайдите к Петровичу с соседнего участка. Евгений, я не сомневаюсь, что это не вы, я как бы ко всем захожу по очереди, проверяю, допрашиваю, поэтому... Ну, вот ко мне нет смысла заходить, можете идти к Петровичу. Евгений, вы не исключение, да, поэтому давайте мы проверим. Быстренько ваш дом за 2 минутки, я уйду, ничего такого. Ну вот, смотрите, вот у меня метла, вот у меня какая-то фигня, вот ну, у меня... Ну не-не-не-не-не, идите сюда, идите всё, сюда. Всё, можете уходить, я вам всё показал, идите, да, идите сюда. Так, в общем, Евгений, у меня в досье все про вас написано. Вы фермер, вы на диете, вы работаете только на дому. Идите сюда, Евгений, идите сюда. Да, да, да. Евгений! Я буду вынужден вас убить. Стреляют! Евгений, не уходите от разговора. То спасажу на 8 суток.
Так, у вас нету ни мамы, ни папы, вы сирота, у вас нету ни детей, ни жены, ни мужа, никого, да? И вы еще качаетесь, как я вижу, да? Я старый дед. Вы еще качаетесь, да? Да это не... Ничего. Да я просто так подумал, типа косточки-то уже обваливаются, надо поднять. А я такой, знаешь, вот так вот ложусь, да? Ну. Вот ложусь такой, пытаюсь подняться и чуть руки не сломал. Вы там поосторожнее, ладно. Проходите, проходите. Да. Так, что у вас тут? Склад оружие. Склад еды, да? Чё-то мне галюны. Склад еды, да? Да, еды. Да, так. Склад еды у вас тут получается. Склад еды. А чё склад-то пустой? Не могу понять. Вы ж фермер, у вас куча еды. Чё он весь пустой? Да я просто... Я настоящий бизнесмен. Я распродаю всю еду. А вот за эти деньги, короче, купил себе вот такой вот особняк. То есть вообще еды нет, вообще ничего я как бы... Ну, просто с последнего сезона все собрал, все продал и купился вот этот замечательный домик. Ясно. Так, хорошо. Пойдем сюда, пройдемте. Эти просто сюда. Я старикан, поэтому кашлять буду. Вы не... Да ничего, Евгений, я все понимаю. Да, о, вот тут, да, ваше место работы? Вот выращиваете, да, одно, да. Да, прикольно, да, тут коровочки, да, да, прикольно у вас. А что это такое там? Это колодец какой-то или что? Да, это там сточная труба, не важно. Хорошо. Это бизнес. Да. Как я вижу, у вас тут куча мяса, да? Вы вегетарианец, как я понял. Да, я мясо не ем. Я его складываю, потом распродаю. То, что вот осталось последний раз продажи, да. А почему больше, чем половина сундука пустая? Кто сожрал все мясо? Ну так я говорю, вот я же это, все распродаю. А кому продаете, как компания называется? А то я... У нас тут... А я не компанию, я просто таким бабулькам даю, а они на рынке сидят и торгуют мои еды. Ага. То есть вы перепродаете бабулькам, а бабульки подороже перепродают. Ага. Да. У вас тут, конечно, какая-то коррупционная схема, как я вижу, да? Да не, почему коррупционная? Тут все законно, начальник. Или вы бабло отмываете через бедных курочек, свинюшек и коров? Да, в смысле? Я же говорю, как это работает? Я продаю подешевле бабулькам, бабульки продают подороже. Мне не важно. И потом вам отваливают какой-то процент, да? Как начальнику своему. Это уже вопросы бизнеса, я не могу вам их рассказывать, начальник. Вы это... Хорошо. Ладно, странно что-то. Проходите. Так. Ой, спина. А чё, спина? Ломит? Аккуратнее. Да. Погода меняется. Ой. Так, а это что такое? Ой, это вот я всегда мечтал иметь, чтобы у меня был ребенок, да, или внучка, или внучок. Да. Я вот все вещи собираю со всей жизни, вот собираю всякие шарики там, да, и вот мечтаю, чтобы у меня появился внучок. А детская кроватка тут почему? Что она тут делает? Я все предусмотрел. Я и кроватку, и шарики на день рождения, сразу коробочки для подарков на день рождения, все закупил. Вы сумасшедший? Или не могу понять? Вот вы просто вы понимаете, вы не можете понять моего горя. И у меня никогда не было детей и внуков, а вы тут на этом... Ну ладно, не хотел вас обидеть, верните сюда. Так, хорошо, то есть у тебя нету детей, да? Нету никогда не было, но у тебя какой-то там задвиг, то что ты собираешь вещички для детей, но детей у тебя нету, да? Да. Так, иди сюда, а на улице тут, я только сейчас вспомнил. Что такое? Смотри, детская площадка. Я говорю, да, все предусмотрел. Так, что тут в корзинке? Два стакана, два бутерброда. Ничего там нету, у вас... Два стакана, два бутерброда, конфетки. Пусто там. Что там? Начальник... Баночка с детским питанием, что-то я не могу понять. Каким баночка с детским питанием? Всем сумасшедший. Вот, смотрите, сломай, вот. Смотрите, тут может поудобнее, как вам поудобнее. Не, боком. Да, вот внутри. Так, ладно, идите сюда. Сумасшедший. Так, где мы еще не... О, тут мы еще не были, да? Так, хорошо. Труселя, что у вас тут? Девчачья юбочка? А, ну это от моей бывшей девушки осталось там. В досье написано то, что у вас девушки никогда не было. Не, у меня как бы никогда не было, ну, такого вот прям, знаете, девушки. У меня так, на денёк иногда забывал там всяких, ну вы знаете, понимаете, о чём, дедуське нужно прогонять своего монстра. Трубы прогонять свои, да, очищать. Я вас понял, да. Так, чё, подгузники? Я говорю, всё продумал. В смысле, а подгузники зачем?
Зачем подгузники? Или у вас мое мочеиспускание посередине ночи, не знаю. Да нет, я говорю, все продумал на будущее, если вдруг появятся какие-то... Детская курточка, вот я вижу. Ну вот, да, говорю, все продумал. Все, вот прям продумчивый какой. Так, носочек. Да-да-да. Хорошо, хорошо. И вот тут белье сохнет детское, да, вот детское. Так это не детское, это моя друзья. Нет, я вижу детское белье, оно еще мокрое. Да-да, вы кого обманываете? Я раньше на рынке работал, трусами, носками торговал. Ну и что? А то есть теперь дедушка не может носить детскую одежду. Может, у меня фетиш такой, мне нравится носить детскую одежду. То есть вы согласны, что у вас что-то там не то? То, что вы страны немного. Дедуган, который качает, да, тот не качает, мне, мне 72 года, как я могу быть не странным? Что вы это будете? Подгузники у вас! И вы носите детскую одежду, которая на 5 размеров меньше, чем ваша. Ну да, мне нравится, когда все жмет. Ладно, ладно. Чё-то вы какие-то очень странные. Дедуль, вы там не рипнитесь посередине допроса, поэтому пройдёмте сюда. Пойдёмте сюда. Так! Ой, кто это такая? Я такой... Нянька. Для детей. А, ну говорю, это все продумано. Да. И сколько она у вас уже работает? Да она на самом деле только первый день пришла. А у меня в досье написано уже 1.5 года. Нет, полиция врать не будет, у меня все записано. В дневнике ФБРовца все записано, вот но, 1.5 года. Везде есть опечатки, у вас опечатка, она первый день работает, не. Ложные сведения, это 8 лет строгого, поэтому аккуратнее, старый человек. Я понимаю, что вам там 70 с чем-то, да, но все же, у вас наверняка склероз в первую очередь, и вы наверняка мне врете, дедуган. Да, нет, я не вру. Да, первый день. Так, она тут будет сидеть, да, и ждать, пока у вас появятся дети, да? Да. То есть, если у вас они никогда не появятся, то наверняка она тут будет до конца жизни, да? Молодая девчонка, да? Или это та, которую вы хотели вызывать, да? Да нет, это я... Да. Ну я же её не насильно держу, смотрите, мне столько бабок, смотрите, я просто и бабки отваливаю, она согласна. Так, я только это сейчас заметил, сейфы... Бабло, откуда? Ну тогда это, я же говорю, продаю еду, получаю из этого деньги, купил себе дом, вот еще осталось. У вас 6 слитков золота, сколько вы там пшеницы наторговали, что у вас 6 слитков золота только так тут валяется? Так мне 72 года, вы представляете, сколько у меня это, уже урожаев там было? Урожаев, ну ладно. Вот все копил. Так. Вот. Тут что? Мне кажется, вы что-то тут забрали. Вот что-то тут было, я заметил. Вы что-то забрали, да? Не, что-то, по-моему, тут вообще ничего нет. Там было. А ну, покажите. Вот мой кожаный ремень. Кожаный ремень! Так! Ну, что вам не нравится? Я же говорю, мне нравится, когда все жмет. Значит, вот бить кого-то зажимаю. Любите кожаным ремнем, да? Кого я бить? Вот у вас бить любите. Ко всему просто... Так, угол для наказания. Интересно, кого мы тут наказываем, а? А это вот это девочек, которые на день вызываю. А, то есть вы все-таки любите, да, вот эти? Да, немножечко люблю. Я знаю, дедуган уже сумасшедший, мне нравится. А девочки не против, да? Девочки не против. Ну, они как бы, я им говорю, там, вам, может, это полслитка золота, и я вас побью. А, за полслитка золота, ясно, ну ладно. Так, да, вы тоже, ну давайте, я вас тоже побью за полслитка золота. Что у вас? Так, дедуль. Так, подождите. Так, Белоснежка, Колобок, Маша и Медведь, гуси-лебеди, волк-козлята и репка. Какие вперед, дедуль, вам через неделю подыхать, вам 70 с хреном лет. Какие наперед? То есть вы меня уже заранее... Нет, я просто предвещаю вот это все. Какие дети? У вас... Дедуль, не рипай. Дедуль, не рипайтесь. Дедуль, давайте рассуждать логически, да? Дедуль. Да, совет. Дедуль, вам 70 лет, да? Какие дети? У вас уже детей как лет 30 не может быть. Не надо давить на больное, еще раз повторю. Так что вы тут ждете? Может, все же у вас есть дети? Может, вы скрываете что-то, дедуль? Ничего я не скрываю. Так, давайте... ладно. Давайте посмотрим финаль. Вы сказали, на 2 минуты уже задержались на очередь. Я не думал, что у вас тут... Корова выбежала, мурка! Свинтус, пипун убежал. Пипун. Так, открывайте вот это, открывайте. Как я вам открою? Я что, это, сантехник, что ли, или что? На кого мне принимаете? Ну, в смысле, ваш огород, ваше имущество, открывайте!
Это не мое, это водосточные трубы, это как бы государство устанавливает. Государство, нет. Ладно, ладно, если это государство, то я сейчас сам как-то открою. Сейчас, мы посмотрим, как я могу это открыть. Сейчас все будет. Дедуль! Алло, никаких мин на моей... Дедуль, вы знаете, если вы воевали в армии были, отойдите, вы знаете, что это такое. Дедуль. Убери это. Дедуль, не заставь. Ладно, дедушка не выдержит такого эмоционального срыва. Дедуль. Что? Опа, проходите, дедуля. Ломались. Минову свою убери. Так! Ага! То есть у вас собственных детей не может быть? Это государство, я же говорю, государство. Да, на государство на вашем огороде. Держите детей в подвале. У вас своих детей... Отряд, вызывайте, маньячина тут! Маньячина тут! Вызывайте! Да, конечно! Да, дедуль! Я даже милицию не буду вызывать! Дедуль, выходите, дедуля! Выходите! Вот так и дети тут убирают, да? Детей у себя нет у себя детей! Да. Вот кто маньяк, вот кто детей похищает! Дедуль, выходите, тут наручники у вас ждут! Давай, выходите на улицу! Выходите! Никаких расстрелять сразу! Стрелять до поражения. Маньячина местный, сельский тут. 70 годиков, детей нету. Вот и похищает всех и прячет в подвале. Нехорошо так Евгению поступать, нехорошо. В общем, ребята, решать, как обычно, вам. Пишите в комментарии, кому вы верите, кому вы не верите. И... Полицейский. Да. Незаконно послушный гражданин. Взял и убил. Понимаете, как бы даже до суда дело не довел, просто взял и убил. Так что... Без следствия и расследования. Ребят, пишите, кому вы верите, кому вы не верите, кто смог оправдаться, кто нет. И что еще же у нас? И напишите, ребята, в комментариях ваши идеи, в какие роли нам воплотиться. Мы будем очень вам признательны и обязательно исполним все ваши мечты. И, в общем, ребята, также не забывайте ставить лайки. Чем больше лайков наберем, тем больше вот таких сумасшедшей серий, как сегодня, где Жека ржал на протяжении 5 минут, будет выходить. Поэтому чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да, ребята, всем покедова! Пока!